Привет, друзья! С вами канал «Учимся отдыхать вместе». Сегодня новости из России. Публикуем обновленный список стран для въезда российских туристов без ПЦР-теста. Зарубежные страны постепенно расширяют ассортимент направлений, куда пускают российских туристов, привитых спутником ВИ. В частности, недавно российскую вакцину допустил Таиланд. При этом на некоторых направлениях от российских туристов в дополнение к свидетельству о вакцинации требуются и ПЦР-тесты. А некоторые принимают туристов без всяких дополнительных проблем. Несмотря на то, что российская вакцина «Спутник Ви» зарегистрирована почти в 70 странах, Евросоюз пока не одобрил ее использование. Однако, независимо от решения европейского регулятора, вакцину «Спутник Ви» уже одобрила Венгрия и Словакия. Кроме того, российских привитых туристов пускают в Грецию и на Кипр. Правда, Греция требует дополнительный ПЦР-тест. Большинство стран, включая Турцию, Кипр и Египет, пускают туристов через 14 дней после второй дозы вакцинации. Черногория разрешает полностью привитым приехать раньше, через 7 дней после второй прививки. 15 стран готовы пустить российских туристов без проверки ПЦР-тестов, только со свидетельством о вакцинации. Среди них Турция, Венгрия, Кипр, Черногория, Египет, Грузия, Венесуэла, Мадейра, Португалия, Таджикистан, Азербайджан, Молдавия, Армения, Монголия, Киргизия и Румыния. Страны, где туристам в дополнение к свидетельству о вакцинации потребуется и ПЦР-тест следующие. Болгария, Хорватия, Иордания, Греция, Бахрейн, Тунис, Марокко, Маврикий, Эстония, Шри-Ланка и Таиланд. И, наконец, страны, готовые принимать российских туристов без свидетельства о вакцинации и ПЦР-теста. Абхазия, Албания, Северная Македония, Доминиканская Республика и Мексика. На сегодня у нас все. Оставайтесь с нами и следите за новостями.